Вы смотрите обзор товара теплицы Zotzeink. Трубы Дельта минус 6 каркас, ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Теплица Дельта комплектация. Теплица сделана в форме домика из оцинкованной трубы 20×20, которая не гниет и не поддается коррозии. За счет двускатной крыши в теплице домиком из поликарбоната больше полезного объема, ведь все растения растут вверх вдоль боковой стенки. Угол наклона крыши теплицы Дельта обеспечивает максимальное количество света, так необходимого растениям на всех этапах созревания. Домик с двускатной крышей – это одна из самых популярных и распространенных форм теплицы. Многие садоводы хотят купить теплицу домиком. Останавливает их то, что, к сожалению, на двухскатной крыше скапливается больше снега, чем на теплицах стрелочной или арочной формы. Чтобы решить эту проблему, в теплице домиком из поликарбоната Дельта сделана съемная крыша. Панели поликарбоната с двух сторон по всей длине крыши вставлены в пазы. Потянув за ручку, можно частично или полностью вытащить один или несколько листов поликарбоната из пазов. Летом теплицу Дельта легко проветрить за счет съемной крыши, которую можно использовать в качестве дополнительного или основного проветривания. Оставляя теплицу на зиму, обязательно полностью снимите панели поликарбоната, это избавит теплицу от снеговых нагрузок. Зимой снег будет попадать внутрь теплицы на всю поверхность почвы. Это сбережет землю от промерзания, обеспечит равномерное увлажнение и поддержит естественное плодородие почвы. Дверь теплицы Дельта делится на верхнюю и нижнюю часть, обе можно использовать в качестве дополнительного проветривания. В комплекте к теплице Дельта есть уплотнительный профиль. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.